Человек и природа, человек и вода – эта тема в наше техногенное время является одной из главных. Карачанский район не исключение. В этом удивительно богатом, живописном крае располагается источник воды – ясный колодец. Источник подземной воды бесшумно выходит на поверхность, пробиваясь сквозь толщу горных пород. Обилие мела в земле делает эту воду очень чистой. Как известно, у каждого родника есть своя легенда, передаваемая местными жителями из поколения в поколение. Давным-давно, когда крепость еще строилась на Белой горе, на наших людей напал отряд татар. Бой был жарким, воины изнемогали, но воды, чтобы напиться, не было. Те воины, которые уходили к роднику за водой, назад не возвращались. И в этом бою был ранен сын воеводы Ясень, а девушка, которая его любила, решила во что бы то ни стало добыть воды, чтобы исцелить любимого. Она отправилась к роднику и принесла воду. Этой водой она окропила раны Ясеня, и раны зажили. Так девушка спасла своего любимого, а родник с тех пор называется Ясным колодцем. Если в далеком прошлом Ясный колодец представлял собой скудное деревянное помещение, то сейчас это красиво благоустроенное место отдыха. В летнее время Ясный колодец становится самым посещаемым местом карачанцев. Насладиться водной благодатью приезжают также люди из других городов. Я приезжаю сюда уже несколько раз из Ростовской области, но те разы не окуналась. В этот раз я уже 3 раза зашла в воду и испытала необыкновенное чувство. Вода из источника, по поверьям, улучшает зрение, снимает боли в ногах и спине. Температура воды в течение всего года составляет плюс 4 градуса. И многим это совсем не мешает окунуться в чудотворную воду, посылающую благодать. Ощущения, конечно, замечательные, когда вот только ныряешь, допустим, она вроде как обжигает, а выходишь, ощущение легкости, бодрости, ну, просто замечательно. Мы очень часто здесь бываем, практически каждый день, и такая зарядка для духа и тела, я считаю, прекрасная. Мне отлично! Многие приходят в это место, чтобы просто отдохнуть и насладиться единением с природой. Есть поверье, что если загадать желание и бросить с мостика в воду монету, то оно сбудется. Но кидать нужно отвернутым от воды через левое плечо. На крещение чудодейственной считается вся вода на земле – в озере, пруду, реке и источниках воды. В этот зимний морозный день по традиции на Ясном колодце совершается крестный ход для освящения родниковой воды. Дорогие братья и сестры, поздравляем с великим христианским праздником – крещением Господним. Сегодня мы совершили крестный ход и осветили вот то благодатное чудо, которое Господь дал карачанцам, этот Ясный колодец с прекрасной водой. Человек стремится попасть к источнику, подтверждая веру в целебность воды. Окунаясь в святую воду, люди утверждаются в православной вере. Вода, искрящаяся, бурлящая, неразрывно связана с человеком и дает жизнь людям.